Да, ребята, ох ты! Всем привет! А это снова я. Приехал на веселку погонять рыбу. Поеду, половлю, посмотрю. Выезд совершенно спонтанный. Погода обещает быть хорошей, не то что в прошлый раз, когда дождь шуровал. Но я, честно говоря, сегодня тоже прифигел, приехал 15 градусов. Прикиньте, а днем обещают 32 и 34. Короче, вот такая будет рыбалка интересная. Такой перепад температуры, как скажется на рыбе, не знаю. Рыба есть, но будет ли она есть, смотрите далее. Погнали. Ну что, друзья, товарищи, постою, покидаю, половлю, посмотрим, что из этого получится. Сегодня буду ловить моим забытым спиннингом, Hearty Rush Selfie Fresh Water, катушка Shimano 4000 Twin Power, резину поставил Kitech 5,8 большую. Попробую на нее половить пелагическую рыбу. Джигом ловить буду немножко классическим, немножко другим спиннингом потом. Сейчас несколько проводок этим сделаю. Пройдусь на равномерочке вдоль дна. Иногда буду делать паузы, чтобы сильно дно не терять. Такой быстрый облов на предмет крупной рыбы, крупной приманкой, чтобы если здесь есть крупная рыба, которая хочет есть, чтобы не получилось, что я, когда поймаю мелкую рыбу на мелкую приманку, что она ее сгонит. Поэтому для начала пройдусь крупной приманкой. Если на нее не клюнет, уже буду ставить более мелкие приманки и облавливать. И облавливать акваторию мелкими приманками. Сменю инструмент, ну, соответственно, конечно, и приманку. Джиголока с эксцентриком, с грузом эксцентриком, чебурашка от UF Studio, вот такой красненькой. Будем раздраконивать сейчас судочка. Если не возьмет на легкие веса, буду ловить с перегрузом. Пробовать. Пошла. Итак, сейчас я стоял как удобно, а теперь встану как надо.
На агрессивную проводку, видите, взял, ребята, на крайне агрессивную. Маленький судачок. Сейчас я его отпущу, отцеплю. Покажу вам. Вот такой красавчик. Гляньте. Аккуратненько, чтобы сильно не травмировать, и подрастать поехал. Ух ты, этот получше. Небольшой тоже, но злой. Сейчас попытаюсь его взять. Не хочет, чтобы я его брал. По-нормальному возьмем вот так, значит. Вот еще один злобный судачок. Вот такой красавчик. Нет, висит. Опять висит. Висит. Водолаз плохо справляется сегодня. Непонятно, была поклевка или не была. Вернее, поклевка понятно, что была. Непонятно, рыба остается там или нет на крючке. Судачки все в пиявках. Просто жесть. Все в пиявках. Это какой-то горбатый. Есть. Этот уже получше вроде бы. Похоже так. Да. Неплохой судачок. Опа! Это уже хорошенький такой. Ах ты! Ребята, посмотрите, он весь в пиявках. Просто весь. Это он несколько дней уже, получается, лежит на пузе и не шевелится. Вот такой красавелла. Продолжаем опыты. Попробую поставить.
знаю, видно. Тоже 320 релакса, 320 свете. Только до этого я ловил на Техас, а это будет бас. И он будет на джиг-головке с 20-граммовым грузом. Ну, великовастенькая приманка. Ну, попробуем. 5 дюймов. Великовастенькая по сегодняшнему дню, как клюет на всякую мелкоту. А так-то 5 дюймов, это совсем не круто. Что-то, какую-то рыбу я. Да ё-моё. Действительно, что всёк. Опять судак мазепа попался. Не могут нормально клюнуть. Оказывается, что там огромное рыбище. Это вот прижимает вот так. Не клюет, а прижимает. Ох. Можно крючки загнать себе в руку. Да подожди, отпущу сейчас. Да подожди. Видишь, камера снимает. Померяю тебя. Если ты зачетный, сейчас едим. Ладно, не съедим. Зачетный. Не зачетный. Хе-хе. Маленький. 43 сантиметра. Плывет дальше. Он забыл затянуть и не пробил. Косячок. А теперь пробил. Но не крупный. Думаю, зачетный будет, но не крупный. Давит как взрослый. Где мой подсачек? Приманку мне испортил. Вот такой. О. Даже килограмма нет. Это снова я. Защищаюсь от солнца как могу. Брюки забыл дома, намазал ноги кремом, но капец, печет уже, печет изрядненько.
Ты вытащил сорта. А не, висит. Или вытащил. Или висит. Не пойму. Как-то подозрительно себя ведет эта рыба. Походу забагренная опять. Потому что очень странно ведет себя. Да нет, не забагренная, хороший судак. Иди сюда, судак. Ух ты, а я думал, странности у него какие-то. А нет, все нормально. Ничего себе, такой даже судачишка. Зачетный. Довольно-таки хороший. А ну размер. Что такое, душка захлопнулась. 55 сантиметров. Твои глаза. Опа. Зверюга. Пацаны, садак зверюга. Гляньте, какой красавчик. А? Шахта лифта. Кстати, ребята, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, как больше нравится, когда снимается именно с рук, и видно вот именно руки и удочку, или со стороны. Ну, это чисто мне так на будущее интересно. Как больше лучше заходит. Какой-то бешеный окунь, что ли, подсел, не пойму. А, не. Совсем не бешеный окунь, даже нормальный судак. Выход, что ли, начался опять. Вот так, вот так, вот так. Есть хороший. Хороший. Вроде бы. Чела. Так, аккуратно, крючки мне не осталось в руках. Вот такой. Душка железная.
хороший удар, видели? Заснял на камеру. Судачок нормальный вроде бы. По ощущениям. По ощущениям такое, что в лодку не закинешь. Нахрапом. Ох ты! Свечки еще у меня судаки не делали. Нормальненький. Нормальненький. Вот такой нормальненький судачочек. Вот такой ротозей. Что-то судачок. Такой же. И так слабенько берут за самый краешек, за самый краешек. Что аж приманка вылетает, тут уже подсакивание все время. Вот такой же вот он. Килошничек, наверное. Вот это удар! Вот это удар! Мощнейший удар был, но куда-то не туда ударил поводок. Точнее, не в поводок, а в поводок и в джиголовку. Смотрите, не знаю, видно, зубы остались. Аж свинец промяло. Так в собачу. Как с этим бороться, я знаю, а вот вы знаете, как с этим бороться? Вот это удар! Не знаю, что там. Ударил мощно прям. Хорошенький. Хорошенький судак. Хорошо всадил. Ох! Как ударил. Ударил так ударил.
Видите, куда ударил? Релакс рулит, чё, пацаны. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Твои глаза. Две штучки осталось. Откусывали все хвосты. Я не знаю, что там за рыба, но ударила мощно. Встал по судаку. Остальных не снимал, уже смысла не было. Ух ты. Не хочет даже сдаваться. Не знаю. Пара-па-па-пам. Ну, что сказать. Это он. В шахту засадил. Ну, такой. 2,5-3 килограмма. О. Итак, друзья, надеюсь, меня хорошо видно. Устал. Рыбалка была классная. Редко такие бывают. Очень много судака. Много отпустил. Взял домой немножко пожарить. В общем, вы все видели. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И прокомментируйте те моменты, которые я просил. Все. Пока-пока.